дорога. В судьбе каждого из нас многое связано с этим емким, неоднозначным по смыслу словом. С дороги начинаются новые жизненные этапы. Дорога венчает прошедшее и пережитое. Но не только людские судьбы связаны с понятием «дорога». Дороги предопределяют судьбы целых городов. Степь, 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 степь. Долгая и безрадостная, точно письмо с каторги. Тянется, не спешит по степи истоптанная дорога, знаменитый московский тракт, дорога слез и страданий. Декабристы, крестьяне-бунтовщики, народовольцы, первые социал-демократы, большевики-подпольщики протоптали эту страшную дорогу. Обь, край обжитой земли, граница между двумя мирами, переправы впереди не было. Зимой по льду, летом в долбленных лачонках обласках. Но текла вода в реке, шло время. Взоры российских людей все чаще и чаще обращались к нетронутым богатствам Сибири. Сама жизнь требовала. Необходимо перекинуть железнодорожный мост через Обь, соединить две половинки огромного государства. Партию изыскателей-путейцев возглавлял известный русский писатель, неутомимый путешественник и талантливый инженер Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Семипролетный мост – истинное чудо для своего времени. Не только два берега. Две эпохи соединил его стальной прыжок. Дату его закладки, 20 июля 1893 года, принято считать символической датой основания Новосибирска. Можно смело сказать, город родился под стук вагонных колес. Центральный вокзал. Один из наиболее оживленных перекрестков страны. Словно линии судьбы и жизни на ладони, пересекаются тут пути дороги со всех четырех сторон света. Нефтяники севера, строители Байкало-Амурской магистрали, моряки Приморского края, самый разнообразный люд минует ежедневно эти ворота Сибири. Из старого справочника. В 1894 году на правом берегу Оби, где было предположено пересечение с Сибирской магистралью, возник небольшой поселок Гусевка. Что было здесь? Десяток другой бревенчатых домишек с подслеповатыми оконцами. С приходом чугунки новоиспеченный поселок начал расти не по дням, а по часам. Всего несколько лет, и вот уже обогнал он соседние богатые, спесивые купеческие города. Через десятилетия был возведен поселок в ранг безуездного города и наречен Новониколаевском. Однако по-настоящему расцвел Новониколаевск уже в советское время. Не обитателями, а созидателями впервые ощутили себя жители юного города.
Он умел различать грядущее. Великий провидец, назвавший еще не пробужденную Сибирь чудесным краем с большим будущим. Вот они, воители и воятели Новой Сибири. Сто четыре героя-революционера погребены под этой рукотворной скалой. Траурный год. Сибиряки решили воздвигнуть необычайный памятник Ильичу. Миллион таких марок был распродан среди населения. Под звуки интернационала был заложен первый камень в фундамент дома Ленина, здание мемориала. Землекопы, плотники, каменщики, штукатуры – каждый хотел вложить толику труда в эти священные стены, сказать свое «нет» безжалостной смерти. Дом Ленина – поистине народный памятник. Символично, в доме Ленина старый Новониколаевск был переименован в Новосибирск. Пылающий факел стал эмблемой города. И этот вечный огонь словно рожден от пламени негасимого факела. Сибиряки-гвардейцы. Их железные дивизии остановили фашистов возле самых ворот нашей столицы. Спасенная Родина, безутешная мать. 30 тысяч солдатских фамилий высечены рукою скорби на камне бессмертия. Живые, помните о павших. Если площади и улицы иных городов можно сравнить с учебниками истории, с книгами о прошлом, то проспекты и магистрали Новосибирска напоминают скорее дневник современника, заметки о дне настоящем. А ведь любой дневник интересен прежде всего приметами своего времени, размышлениями о будущем. Город на марше. По площади своей уступает он сегодня, пожалуй, только Москве и Ленинграду. Архитекторов часто называют мечтателями. Что ж, это красиво, но не слишком точно. Архитектор всегда разведчик будущего. Нетоптанной тропой идет он к желанной цели. Не абстрактная мечта, а точное понимание закономерности времени помогает зодчему увидеть город завтрашнего дня, сказать с уверенностью, каким он должен быть, каким будет. Рассказывает главный архитектор Новосибирска Александр Сергеевич Михайлов. Город Новосибирск – это город своеобразный, как по своим природным особенностям, так и по темпам своего развития. Если мы с вами вспомним мировую градостроительную практику, то ни один город мира за 82 года своего развития не достиг населения 1 300 000 жителей за такой короткий период. Город стоит на очень крупной сибирской реке. Город, имеющий очень большую площадь. Этот город, город своеобразный, еще раз подчеркиваю, построен полностью в наше советское время, если так можно сказать, за жизнь одного поколения.
И наша задача, архитекторов, которые работают сегодня в городе, она, пожалуй, еще более сложна, чем задача, стоящая перед нашими предшественниками. Нам надо то, что было сделано до нас, построено архитекторами старшего поколения, включить в новую застройку, дополнить, развить это дальше и придать городу наше своеобразие, чтобы город в полной мере соответствовал своеобразному, так сказать, ну, названию, так можно сказать, значению города, как города столицы Сибири. Сибирская столица. Как преобразился Новосибирск за послевоенные десятилетия? Да что там десятилетия? За последние годы. Северянка. На первый взгляд, не очень-то подходящее наименование для швейного объединения, выпускающего яркие современные одежды. Но ведь именно на севере богатство и щедрость красок так необходимы человеку. Взыскательный выбор расцветок, четкая продуманная организация труда, последние достижения техники – все поставлено работниками северянки на службу красоте. Недаром 45 моделей объединения удостоены государственного знака качества. Стремительный темп развития города наложил отпечаток и на характер его жителей. Если прежде понятие «сибиряк» ассоциировалось с чем-то медлительным, тяжеловесным, то сегодняшний Новосибирск – город высоких скоростей, неиссякающей энергии. Гулкий пульс времени ощущается буквально во всем – в работе, в человеческих отношениях, в досуге. Спидвей. Гонки по гаревой дорожке. Так вот какой вид спорта пришелся по душе сибирякам. Скорость тут любят все, от мала до велика. Казалось бы, просто спорт, развлечение, забава. Но нет. На крутых виражах мотодрома рождаются мужество, хладнокровие, воля к победе. Кумиры здешних мальчишек – знаменитые гонщики. Чемпион мира по мотоспорту Сергей Тарабанько и бронзовый призер Владимир Пазников. Оба представители местной команды «Сибирь».
А здесь всегда царит Ее Величество тишина. Чуткие приборы внимательно следят за температурой воздуха, за его влажностью. Государственная публичная научно-техническая библиотека – гигантский книжный шкаф Новосибирска. И не только Новосибирска. 2000 научно-исследовательских институтов и предприятий Сибири и Дальнего Востока пользуются услугами библиотеки. В книгохранилищах библиотеки собрано более 7 миллионов трудов по всем отраслям знаний. Инкунабулу древних звездочетов и алхимиков, свежие еще не разрезанные журналы по химии и астрономии, гидродинамике и теплотехнике, генетике и бионике. Кто эти люди? Ученые, инженеры, рабочие? Даже заглянув в читательский формуляр, затруднишься подчас ответить на этот нелегкий вопрос. Будьте любезны, несколько слов о том, над чем вы здесь работаете. Я работаю экспертом во Всесоюзном центре патентных услуг. В настоящее время я провожу исследования по патентным материалам по теме заказчика с целью установления уровня техники по данной теме, для того, чтобы заказчик выпускал образцы на уровне мировых стандартов. Я математик, занимаюсь исследованием систем алгебраических уравнений с помощью системы дискриминантов. Я аспирант, работаю над вопросом рационального использования тепла в абонентских установках, присоединяемых к системе централизованного теплоснабжения. Вопрос этот является составной частью большого вопроса рационального использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве. Так все же кто он? Ученый? Или рабочий, переступающий порог познания? Промышленное производство – истинная суть бытия современного Новосибирска. Гигантские заводы составляют его гордость, создают ему мировую славу, делают его одним из крупнейших городов Советского Союза. Тяжелое и точное машиностроение, радиоэлектроника, черная и цветная металлургия, перерабатывающая промышленность. Новосибирск по праву именуют индустриальным колоссом на востоке страны. Индустрия Новосибирска сравнительно молода. Четверть века, таков средний возраст здешних заводов и фабрик. Но в этом удивительном городе с его поистине взрывным темпераментом возрос многократно, изменился разительно удельный вес времени. За годы советской власти количество продукции, производимой промышленностью Новосибирска, возросло в 3000 раз. Утренняя смена. С первых электричек и автобусов спешат к проходным тысячи и тысячи людей. Рабочая гвардия Новосибирска. Они пробудились еще до света, но вознаграждены сполна золотом зари, свежестью новорожденного дня. Уникальные станки размером с пятиэтажные здания. Тончайшие приборы. Глаза и уши советских лунников. Электрогенераторы мощностью в 500 000 киловатт. Лучшее в мире олово. Сельскохозяйственные машины. Самолеты. Невозможно даже просто перечислить все, что создается руками новосибирских рабочих.
менее 20 лет назад заложен на берегу Обского моря академгородок. Темпы роста, жизнеспособность позаимствовал он у своего родителя, Новосибирска. Научной бомбой, разорвавшейся в лесах Сибири, окрестили чудо-городок западные журналисты. 13 научно-исследовательских институтов ежегодно передают народному хозяйству более 100 крупных теоретических разработок. Пустынные, тихие улицы городка в дневное время. Но не в кабинетной тиши трудятся новосибирские ученые. Их неутомимый поиск устремлен к единой цели – разгадать, выявить неведомые силы и возможности природы, поставить их на службу человеку. Неразрывный союз науки и труда – одна из важнейших примет нашей эпохи. А эти ребята – ученики ФМШ, летней физико-математической школы, победители городских и областных олимпиад. ФМШ-то, как ласково называют их взрослые, приехали сюда из разных городов Сибири, Средней Азии, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Их учителями станут всемирно известные ученые. По традиции встречает и приветствует ребят академик Лаврентьев. Дорогие юные друзья, разрешите поздравить с новым этапом продвижения в науку. Этот этап очень серьезный, потому что из школы вы уже начинаете прикасаться с наукой сегодняшнего дня. И мы уверены, что если не все 100%, то большинство из вас вот это начало продолжит, и из вас выйдут ученые разных направлений, разных профилей. Перед ними распахнуты двери в большую науку. Целый мир, манящий и таинственный, открыт перед ними. Но не просто открыт. Этот мир жаждет своего открытия, ждет своих новых открывателей. Мне 16 лет, приехал я из Норильска, впервые в академгородке, собираюсь заниматься теоретической физикой, в основном космологией. Но меня особенно увлекает проблема связи макро- и микромира. Этим я хочу заниматься в дальнейшем. Я приехал из Киргизии. Здесь я уже второй раз собираюсь поступать в НГУ. И хочу заниматься физикой элементарных частиц. Я приехала с Сахалина и перешла в 7 класс. Мне 11 лет. Я хочу работать на счетно-вычислительных машинах и принять участие в создании космического корабля, который полетит с людьми на Юпитер. Я приехал из Томской области. Мне сейчас 16 лет. Меня интересует проблема дальних космических полетов. Я приехал из города Канска Красноярского края. Но я хочу заниматься математикой, так как математика – это царица всех наук. В их возрасте приобщение к познанию начинается часто с игры. Элементарные опыты, забавные и развлекательные. Бесконечно далеко от них, до тех серьезных исследований, которые предстоят нынешним ФМШ-ам в будущем. Но существует непреложный закон дороги. Первый шаг – всегда половина пути. Молодые колосья ржи – это также юные побеги науки. Опытные поля Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Городок еще строится, но опыты и исследования уже в разгаре. Превратить гигантские просторы Сибири в житницу нашей страны – такова основная забота ученых-новоселов. Тянутся к небу этажи. Подобного подарка не получали никогда ученые-аграрники мира. Строительство нового научного центра объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Этим летом на подмогу нашим комсомольцам приехали студенты интербригады, посланцы Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР.
Простите, что оторвал вас от работы. Скажите, ну как вам, как вы себя чувствуете на сибирской земле здесь? Прекрасно зима, но дело в том, что жарко. Не так, как у нас в Польше говорят, но Сибирь это мороз, а тут есть 30 градусов, но не ниже нуля, а только выше. Значит, вы тоже не мерзнете здесь, на сибирских холодах? Мне очень нравится здесь. И я любимый всего не хочу домой. Не хотите? Да, очень интересно. Мы дома таких работ не делаем. Здесь хорошо. Уже привыкли, все идет. Ну, работа сам не трудно, но климатические условия здесь очень тяжело, да? Солнце работает так сильно, что мы часто хотим отдыхать, да? Ну, тут как на юге. А что вы делаете вечером? Вечером иногда мы танцуем, мы поем песни. Сегодня вечером состоится фестиваль политического песня, и мы будем принимать участие в этом. Так каков же все-таки Новосибирск? Некоронованная столица богатейшего края. Велик, но существуют в мире города и побольше. Красив, но есть и красивые города на земле. Городом, устремленным в будущее, хочется назвать Новосибирск. Городом, нацеленным в завтра. Городом, который всегда в пути.